такого количества комаров не было никогда в жизни, в моей жизни. Какая нахрен рыбалка? Вокзальную сегодня. Вот так вот на рыбалке оставили машину открытую. Я не знаю, что сейчас будем делать, но вот только вот сиденье, вот если глянуть, это ужас какой! Фу, блин! Я не знаю, это надо что-то сейчас делать. Фу, блин. Да вообще пиздец, смотри. Это жопа полная. Смотри, смотри. Ну это все, смотри. Это просто жопа. Смотри, смотри. Да посмотрю, смотрю, смотрю. Это что, это комары? Комары? Это комары. Так это нахуй надо кидать их нахуй вон в озеро, блядь. Окей, смотри. Вот, на коврик, если посвети. Вот, посвети на коврик. Посвети, 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 посвети. Какой коврик, смотри. На сиденье, смотри. На сиденье вижу я на сиденье, вот. Вот они. Это комары. Ё-моё! Ты прикинь, смотри. Просто. Плачь комаров, забрал, блядь, ушел. Давайте заведем и заг...